Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас небольшой обзор по поводу 9-метрового удилища махового кайта Фортекса Spark. Девятки не так часто применяются, но тем не менее в некоторых местах они нужны. И с учетом всего подорожания, что произошло в России, крайне тяжело уже найти хорошие девятки. Да? Не могу сказать, что именно вот это прям супер хорошая девятка, но за те деньги, которые вы можете у нас купить, это удилище, это, наверное, лучшее, что есть на сегодняшний день. Да даже не наверное, так и есть. Это лучшее предложение на рынке России на сегодняшний день, с учетом подорожания многих моделей и с учетом того, что многие производители просто перестали выпускать 9-метровые удилища из-за дороговизны их. Значит, кайда Фортекса Spark выпускается в нескольких длинах. Сейчас, как сказал, у нас девятка на обзоре. Здесь у нас написано «Медиум». Ну, в общем-то, построена действительно «Медиум». Быстрая и средняя быстрая не назовешь. Она все-таки где-то вот средненькая, скорее всего, вот примерно так. По уголю производитель не заявляет, но здесь порядка 36-40 тонн уголечек. Удилище комплектуется привитым хлыстом спортивным. Под диаметр коннектора 0,65 мм. Имейте в виду, у нас к этим удилищам идут два хлыста, и вообще ко всем удилищам кайда, вот и от того поставщика, что мы берем кайда Европы, они поставляются с двумя хлыстами. Мы можем менять эти хлысты на ваш выбор, то есть у нас есть спортивные, есть привитые. Привитые и полые хлысты. Мы можем вам, допустим, дать к ней полый либо привитой, то есть она идет вообще с полым хлыстом в комплекте, но мы допускаем такой обмен. Значит, имейте в виду еще, что не путайте, что хлысты, они оригинальные здесь, то есть здесь написано кайда, и многие во многих магазинах почему-то предлагают хлысты там по 200 рублей что ли, по 150 рублей, которые нет никаких маркировок, то есть это не от кайда хлысты, это просто, в общем-то, универсальные такие хлыстики, не знаю откуда там, с каких заводов их взяли, но тем не менее просто к нам приходят люди, которые на нашу, вот буквально сегодня был человек, который у нас купил удилище, сказал, что хлыст один сломал. Да, потом пришел с новым хлыстом и нам показывает хлыст, а это не наш. То есть он как-то там где-то посеял свой хлыстик, купил дополнительно другой, его сломал и к нам пришел вот со сломанным хлыстом. И мы видим, что там никаких маркировок нет, это хлыст не наш. Он потом признался, что он его там за 150 рублей купил в каком-то магазине. Вот, и так далее. То есть, поэтому имейте в виду, что у нас хлысты оригинальные и просто так сломать их, конечно, не получится. Значит, по усилием стыков, то есть здесь небольшое усиление, наплыв одно, где-то 1-2 обмотки есть на стыках колен. Дальше идет у нас такая вот торцевая пробка с дыркой для слива воды и для небольшой вентиляции. Коленца обрезаны хорошо, без всяких задиров и махров, там заусенцев. Сейчас скажу вам реальные основные характеристики. Значит, у нас фактическая длина 873 сантиметра этого удилища, 32 миллиметра диаметр комля, вот в этом месте я мерил, здесь соответственно чуть-чуть поменьше, 148 транспортная длина и вес у нас 401 грамм. Уважаемые друзья, пожалуйста, посмотрите под видео, увидите вот такой пальчик вверх, нажмите его, нажмите кнопочку подписаться. Для меня это крайне важно, для это способствует продвижению моих видео. А для вас это лишний раз подписки на канал, это бесплатные гарантийные запчасти. То есть вы получаете 2 запчасти в год бесплатно в период действия такой акции и бессрочную гарантию на заводской брак пожизненно на весь срок службы удилища. Вся эта информация не является публичной офертой. Мы можем ее в любой момент прекратить, отменить и так далее. Это не обязанность магазина. Но тем не менее, 2,5 года, уже 3-й год мы проводим. Люди получают бесплатные запчасти и на дайвы, и на там спиннинги, Фидер Концепт, Сальма мы проводили, еще на Земакс, еще на много других
производителей. И это касается не только маховых удилищ, это всех удилищ, купленных в нашем магазине. Подробнее об этой акции прочитайте, пожалуйста, на сайте Multifish в программе лояльности. Там все подробно указано, это необходимо подписаться и на три соцсети, и купить удилище у нас. Кто хочет вопрос лично мне задать, пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал мой или ВКонтакте, там отвечаю лично я. Давайте сейчас раскладываем, тогда смотрим строй. Друзья, не хватает на место девятку фортексу снять. Смотрите, придется вот так вот изощряться. Вот смотрите, показываю вам на камеру. В руках лежит, конечно, тяжеловато. И, в общем-то, ну, относительно, допустим, в тот же фотон девятка Сабаниев лежит легче. Ну и колбасня больше, видите, и диаметр сам тоже комля больше, видите. Ну, ничего дешевле на рынке нет. Давайте нагружаем. Видите, ну построю ничего, то есть более-менее. Друзья, посмотрели строй, ну, насколько смогли в нашем небольшом коридоре. Все-таки девятка – это девятка, да, по длине не так мало. Значит, вот такой бархатный чехольчик, хорошо прошит, с клапаном на липучке. Покупайте у нас удилище, подписывайтесь на соцсети, имейте каско, то есть бесплатные запчасти, подстраховку по бесплатным запасным частям на удилище, купленные у нас в магазине. И всего вам доброго и до новых встреч!